Врач, флорист, спасатель, полицейский – множество профессий на любой вкус. Праздник «Дети – наше будущее» прошел в парке имени Толстого в Химках. Попробовать себя в разных специальностях пришли около 8 тысяч детей. Встречала гостей аллея первоклассников. Здесь разместили фотографии ребят с их именами и будущими профессиями. А вот Кристина! Понравилась тебе фотография? Да, мне очень понравилась она. Бортпроводником хочешь стать? Да, очень хочу, прям как моя мама. Наша семья бортпроводников. Каким хочешь стать? Футболистом. А почему? Потому что мне нравится, как они играют, и хочу стать, как они. Да. А почему ты хочешь быть телеведущей? Ну, не знаю. Тебе какая-то нравится телеведущая? Ну, Екатерина Андреева. Мы все вспоминаем в детстве, кем мы хотели стать. А здесь у тебя будет фотография на память, и будет написано, кем ты хочешь стать. Очень интересно будет спустя 11 лет посмотреть, кто из них доберется до своей мечты. Примерить роль телеведущей, узнать, как работают новости в кадре и за кадром, помогала площадка «Химки СМИ». Сюда пришли будущие журналисты и телеоператоры. А на соседних локациях прошли уроки красоты, кулинарии и флористики. Нам давали там цветы, и мы вырезали вот эти вот бумажки. Потом мы их связывали, и нам все рассказывали. Для самых сильных и смелых МЧС, полиция и Химспас организовали свои площадки. Самой популярной стала та, где учились спасать людей. Зажимаем нос и два раза вдыхаем. Интерес у детей проявляется и к медицинской подготовке, и к водолазному снаряжению. Ну, если какой-то из ребенок захочет стать спасателем, подскажем, поможем. Для будущих инженеров и IT-специалистов организовали робоклуб, путешествие в мир виртуальной реальности и монтажный квест. Укладываем короб, строго в короб, потому что если мы не уложим все это в короб, кабель будет болтаться, правильно? И качество телевидения будет очень плохим. Около полусотни профессий смогли освоить дети на празднике, а еще посетить контактный зоопарк, сделать аквагрим и отведать сладостей. Город профессий собрал тысячи школьников. А всего на мероприятии побывало 35 тысяч человек, что побило рекорд посещаемости парка имени Толстого. Благодаря такому успеху было решено в Химках сделать этот праздник доброй традицией. Фестиваль «Дети – наше будущее» будет проходить ежегодно. В этом году мы стартовали и видим, насколько это востребовано, интересно и нужное мероприятие. Поэтому каждый год в сентябре, в эти теплые осенние дни, мы будем проводить этот фестиваль. Завершила фестиваль профессий «Битва трансформеров». После роботы устроили веселые танцы, а дети смогли загадать свои самые сокровенные желания. Раз, два, три! Алена Беляева, Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров и Матвей Шинкаренко. Служба новостей.